Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 24 июля, новая рабочая неделя. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно правильно заложить фундамент и основу для нашей с вами рабочей и денежной недели. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Обязательно подумайте о том, как вы можете правильно провести этот день и настроить себя на плодотворную неделю. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не самый удачный день, поэтому обязательно сегодня в любое время проведите простую практику. Вам нужно бросить буквально щепотку соли, сказать магические слова, и таким образом вы расчистите пространство от того негатива, от тех проблем, которые могут появляться в вашей жизни. Даже если у вас сегодня возник конфликт с коллегами по работе, обязательно проведите эту практику. Вам буквально понадобится только щепоточка соли, и проведя эту практику, вы откроете глаза и себе, и тому человеку, с кем вы в ссоре. Давайте более подробно далее мы все с вами проговорим, вообще понимать, что из себя представляет этот день и на какие моменты события стоит обратить внимание. Также, девочки и мальчики, обязательно поставьте лайк этому видео, а в комментарии к этому видео напишите следующие слова. «Понедельник начинаю легко», «Конец рабочей недели заканчиваю в изобилии и в достатке». Истина, да будет так. Возможно, вы хотите себе что-то еще пожелать. Возможно, счастья, здоровья. Пропишите, но главное, чтобы это было от чистого сердца. Таким образом, вы прорабатываете, тем самым активируете эти энергии в своей жизни. Итак, сегодня у нас с вами 24 июля. Понедельник, можно сказать, что последняя неделя этого июля, далее у нас с вами буквально в следующего вторник уже август, а там уже и сентябрь, как говорится, начнется рабочий, начнутся дни. Но сегодня у нас по лунному с вами календарю 7 и 8 лунные сутки. 8 лунные сутки начнутся в 11 часов 37 минут по московскому времени и с нами будут на протяжении всего дня. Обращаем ваше внимание, что сейчас у нас с вами растущая луна и растущая луна в знаке зодиака Весы. Что из себя вообще представляет этот день? Дело в том, что этот день достаточно активный. Сегодня очень хорошо делать какие-то решительные поступки, действия, потому что этот день именно для активных людей. Но помните о том, как только вы начинаете двигаться, как только вы начинаете совершать те или иные действия, в вашей жизни могут появляться недоброжелатели, враги. И именно в этот день они будут проявляться достаточно сильно. Кроме того, если у вас сегодня, как вы подумаете о том, что никто не проявился и никто, будем так говорить, не ограничивал вас или не говорил вам какие-то колкие слова, то помните, что целая рабочая неделя еще впереди. Поэтому, чтобы таких моментов не было, именно в этот день будьте внимательны, будьте осторожны, будьте активными, но в то же время очень мудрыми. Вот это нужно понимать, когда вы мудры, когда вы степенны, то в вашей жизни и вы сами видите на многие ситуации, которые происходят в жизни, достаточно спокойно, адекватно и понятно. Кроме того, что сегодня любые нерешенные задачи могут сегодня вставать перед вами очень остро, а забытые какие-то проблемы напоминать о себе. Поэтому, если в вашей жизни именно в этот день будут появляться какие-то моменты, какие-то события, действия, которые связаны с вашим прошлым, не стоит их откладывать в долгий ящик, а нужно стараться их решить или, по крайней мере, сделать себе заметки в блокноты и в ближайшее время постараться разрешить. Также сегодня активный день, в который могут произойти и непредвиденные события. Также это непредвиденные события, которые могут быть в вашей личной жизни, могут быть на работе, связанные с отношениями и так далее.
Поэтому в этот день нужно очень быть внимательным, потому что это гиперактивный день, но и благодаря своей гиперактивности многие люди могут натворить ошибок, натворить того, что придется еще ближайшие 2 недели расхлебывать и решать. Также обращаем ваше внимание, что в этот день у людей могут происходить какие-то внутренние изменения. Если ваша коллега по работе до этого всегда вам хамила, я с чем-то была недовольна или считала, что вы неправильно что-то делаете, то сегодня на ваши те или иные действия она просто будет не обращать внимания. И не думайте о том, что это связано с чем-то таким вот с вами связано. Нет, это связано с жизнью человека, и человек начинает осознавать и понимать, что ему нужно меняться, и если он будет стоять на одном месте и искать в вас врага, то он в своей жизни потеряет намного больше. Обращаем ваше внимание. Кроме того, если вы не амбициозный человек, вам нужно быть сегодня очень осторожным. Почему? Потому что, переоценивая свои силы, вы можете сосредоточиться на каких-то своих недостатках, и вы знаете, и вам потом будет очень сложно вернуться вот тот верный, вот тот на тот правильный путь. Также обращаем ваше внимание, что у многих людей происходит обострение восприятия. Кроме того, в теле человека сегодня включаются тончайшие энергии, и это очень сильно влияет на людей. Что же касательно денег, что же касательно бизнеса, то в какой-то степени сегодня это будет стрессовый день, потому что будет и большое напряжение, и будут не те отношения в коллективе, все это может быть нестабильно, поэтому, как мы в начале видео сказали, сегодня не самый лучший день для того, чтобы заниматься тем, что вам не нужно, или, возможно, вы прямо чувствуете, что это не ваше. Что же касательно судебных дел, всевозможных судебных разногласий, то они все шансы дают решиться в вашу пользу. Но в то же время сегодняшний день неблагоприятен для работы с большими денежными потоками. Поэтому старайтесь сегодня решать только мелкие финансовые вопросы. Что же касательно здоровья, то именно в этот день, 24 июля, хорошо голодать, заниматься очищением организма. Следует обратить внимание на желудок и на периферическую нервную систему. Критический день для тех людей, которые ведут сидячий образ жизни. Сегодняшний день благоприятен для изготовления многокомпонентных лекарств, поэтому если вы работаете в аптеке, если вы работаете в медицине и занимаетесь именно изготовлением лекарств, то знайте, то сегодня вот именно этот день, когда у вас все будет прекрасно получаться. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня даже самая легкая простуда, которая появляется в этот день, может представлять серьезную угрозу, поэтому необходимо проводить профилактические меры и не оказываться в ситуации, когда можно чем-то заразиться. Также, если вы не привыкли к кондиционеру, то будьте осторожны, особенно сейчас все включают кондиционеры, и вы, зайдя даже на 5-10 минут в какую-то организацию, в офис, вы таким образом можете заболеть, поэтому то есть легкая простуда может перерасти в что-то глобальное. Что же касательно стрижки волос в этот день, 24 июля, то она дает вам долголетие, хорошее здоровье и сделает достойную вашу жизнь в глазах окружающих, хотя и не сразу, но в ближайшие месяцы так это точно. А также обращаем ваше внимание, что сны в этот день довольно часто оказываются пророческими, поэтому обращайте на них внимание. Также сегодняшний день благоприятен для поездок, для путешествий, командировок и любых судебных разбирательств. Сегодня можно заниматься планированием своего дома, а также перестановкой мебели, поэтому если вы давно об этом планировали и хотели, то сегодня именно тот день, чтобы подумать об этом. Также обращаем ваше внимание, сегодня не рекомендуем вести сидячий образ жизни, потому что таким образом день для вас может стать критическим. Поэтому все-таки во время обеденного перерыва, вечернее время, постарайтесь хотя бы пройтись, подышать свежим воздухом, даже если вы очень занятый человек, все равно хотя бы 20-30 минут уделите внимание себе. Также в этот день возможны неожиданные повороты событий, могут возникнуть конфликты на ровном месте, а также вы можете сегодня оказаться
какой-то чрезвычайной ситуации, которой даже, возможно, не ожидали. Что же касательно общения с начальством, то сегодня хорошо обращаться к своему руководству, к своему начальнику какими-то небольшими и мелкими вопросами. Что же касательно смены места работы, то сегодня можно обдумывать переход на новую работу, но вот сам процесс лучше все-таки перенести на другой день. Что же касательно работы с недвижимостью, то знаете, сегодня прекрасный день для операции с недвижимостью. На что еще стоит обратить внимание, это на зачатие. Сегодня благоприятный день для зачатия. И что же касательно вашего здоровья и физической нагрузки, еще раз обращаем ваше внимание, не рекомендуется вести сидячий образ жизни. Что же касательно дома, ремонта, уборки, то сегодня хорошо заниматься планированием своего дома, касательно той же ремонтных работ, возможно, косметического ремонта, ну и также, конечно, перестановкой мебели. Теперь давайте обратимся к Архангелу Михаилу, картам, и посмотрим, какая сегодня карта выпала на этот день. Что же нам этот день предвещает? Эта карта выпала, которая звучит следующим образом. Вы создали эту ситуацию, и только в ваших силах ее изменить. Это говорит о том, что вы творец, и вы готовы, и вы можете сами изменить или привнести в ту или иную ситуацию те или иные изменения. Главное, чтобы вы не были пассивны, потому что ваша пассивность может привести к не очень хорошим событиям. Поэтому пока вы вините других людей и верите, что они вас контролируют, вы остаетесь вот в той точке, которую неизвестно, как можно разрешить. Поэтому старайтесь представлять себе, что вы творец, что вы создатель своего мира, своей вселенной, и только в ваших силах что-либо изменить в будущем. Кроме того, эта карта говорит о том, что вам нужно постараться сегодня вкладывать в свою, в какое-то свое желание как можно больше сил, энергии. И тогда, конечно же, она сможет, эта мечта, это желание воплотиться в вашу жизнь, при этом достаточно очень быстро. Также эта карта говорит о том, что вы можете, если пожелаете, если вы захотите, вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Здесь только зависит только от вас. Главное записать свои шаги, которые вам необходимо сделать, предпринять для того, чтобы прожить эту жизнь и прожить этот день вот так, как вы бы хотели. Да, иногда это очень сложно, но помните о том, что только вы вправе что-либо изменить и вправе что-либо сделать, никто другой. И молитва, которая именно закреплена за этой картой, она звучит следующим образом. «Спасибо, что даешь мне силы учиться и напоминаешь о моей силе. Прошу, веди меня и исцеляй божественной волей, создавая мир и благословляя всех». Девочки и мальчики, это слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Обязательно сделайте или скрин экрана, или перепишите, или время открыв времени сегодня открывайте и читайте слова этой молитвы. Это сильная достаточно молитва, которая поможет вам для того, чтобы вы действительно могли изменить в лучшую сторону. И как мы сказали в начале видео, сегодня тот день, когда нужно провести практику именно с солью. Вам нужно сегодня, вне зависимости, хорошо у вас настроение, все ли у вас получается, в любое время вы можете провести эту практику. Кроме того, если вы посмотрели это видео в вечернее время и считаете, что в вашей жизни все прекрасно и хорошо, также хорошо провести эту практику. Также, если вы забыли провести эту практику, если вы сегодня с коллегами, например, по работе не нашли общего языка, или у вас дома что-то не получается, проведите эту практику, и вы увидите, что в течение этого дня разрешится та или иная ситуация. Поэтому вам нужно взять буквально щепотку соли и прошептать на эту соль следующие слова. Соль бросаю, двери открываю, новые дороги призываю, достаток и благополучие приумножаю. Истина, да будет так. Спронаговорили на эту соль, после этого бросаем именно в окно. После этого желательно закрыть форточку
или закрыть окно хотя бы на 15-20 минут и идти заниматься своими делами. А после вы можете открывать форточку, если для вас это важно и нужно. Вот такой у нас с вами, друзья, день 24 июля. Мы надеемся, вы его проведете хорошо и благополучно. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось, и смотрите. Всех вам благ, хорошего дня, прекрасного, чудесного настроения. А мы с вами услышимся уже буквально в следующем видео.